Привет, ребятки. Едем мы по горам. Поверните налево. Алтайску. Горно-Алтайск – это столица Республики Алтая. Мы сюда не по делу, мы сюда поглазеть просто. Маршрут перестроен. Чуть-чуть. Через 50 метров поверните направо в технологический пик. Поверните направо. Да, городок маленький. Излагали в ютубовском ролике, что здесь все мило, что здесь все близко, что экологически чистый, как-то так. Через 200 метров держитесь правее, а затем поверните направо. Наверное, никаких производств нет, ничего я такого. Говорю, наверное, гора получается. Так, посмотрим дальше. Здесь какие-то маленькие такие отдельные районы. Держитесь правее, а затем поверните направо в технологический переулок. Так, едем еще. Маршрут перестроен. Поверните направо. Право. Через 200 метров поверните направо в технологический переулок. Поверните направо. Потом почему, чтобы я готова, а то не знаешь, как его всего. Через 200 метров на светофоре поверните направо на Коммунистический проспект. Так, повернем на Коммунистический проспект. Поверните направо. Вот это, наверное, основная эта улица. Коммунистический нет, проспект у них это. А народ, конечно, видно такие вот Тридцать три градуса сейчас. Попугаев. Так, озеро Телецкое, это для нас. Нам прямо. Едем прямо. Ну, где-то 160 до Телецкого озера. На указателе сейчас было 160. Ребяточки, посмотрели примерно, да, я, наверное, выключаю. Такой достаточно обычный город. Прямо ничего сверхстоличного нет. Миленький, но, мне кажется, очень небольшой, потому что, мне кажется, мы скоро уже из города выйдем. Едем дальше. Едем мы на Телецкое озеро, так что, если что, подписывайтесь на канал. Буду выкладывать видюшки дальше. Пока-пока.